История ее материнства впечатляет, и, возможно, вам будет интересно услышать ее тайну. На днях ее обнародовал специалист, который всегда сомневался в том, что дети Аллы Пугачевой – это ее дети. Алла Борисовна часто вызывает слухи и сплетни. Одним из самых оживленно обсуждаемых вопросов является ее позднее материнство. Ее дети, Лиза и Гарри, уже взрослые, но общественность все еще задается вопросом о том, как они появились на свет. Звездные родители открыто говорят о том, что они воспользовались услугами суррогатной матери, которая помогла сохранить генетику Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Но не все верят в их слова. Есть люди, которые сомневаются в том, что Примадонна является биологической матерью своих детей. Один из таких скептиков – бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков. Он предположил, что весь процесс беременности мог происходить с использованием чужих генетических материалов, ведь не верит в то, что Алла Пугачева заморозила свои яйцеклетки. Для него это звучит слишком фантастично, поэтому он и сомневается. В те времена никто не думал о том, чтобы заморозить свой биоматериал. Еще больше интересно то, что Роман намекал на то, что знает, кто является настоящей матерью детей, он не назвал ее фамилию. Но он сказал, что Пугачева им совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. А что на это ответит сама Алла Борисовна? Вероятно, эта тайна так и останется тайной за семью печатями. Вопрос о том, кто на самом деле является биологической матерью Лизы и Гарри, остается открытым.